Морошки празднуют 35-летний юбилей. Отчетный концерт одного из самых ярких танцевальных коллективов Ненецкого округа пройдет в формате шоу «Поле чудес». Главной темой шоу-концерта станут танцы народов мира. Тему продолжит мой коллега Василий Хатанзийский. Алена Семакина на сцене уже более 15 лет. Сегодня она входит в состав одного из самых ярких танцевальных коллективов Ненецкого округа. Ну, у меня в 5 лет родители спросили, куда я хочу, какие танцы. Я сказала, что хочу в Морошки. И так с 5 лет хожу здесь уже. В этом году молодая, но уже опытная танцовщица выпускается из творческого коллектива. Под чутким руководством идейного вдохновителя и основателя коллектива Надежды Хира подготовлено не одно поколение профессиональных артистов. Сегодня выпускники часто заглядывают на репетиции и концерты. Одна из них – Ксения Меринова. На протяжении 2 лет после выпуска девушка достаточно часто прилетает и танцует со своим уже родным коллективом. В прошлом году приезжала, танцевала со своими ребятами, с которыми танцевала до этого. Но потом вот и сейчас тоже приехала, потому что хочется танцевать. А на сегодняшний день коллектив продолжает свою творческую деятельность с новым поколением юных артистов. Ребята с огромным желанием занимаются танцами. История танцевального коллектива началась в далеком 1985 году. На протяжении всех лет руководит им бессменный художественный руководитель Надежда Хира. Первые ребята к нам пришли 2 февраля 1985 года, поэтому нам в прошлом году было 35. Мы в этом году шутим, нам 35 плюс 1. В этом году мы проводим наш юбилейный концерт. Потому что, ну, по всем известным причинам в прошлом году у нас не состоялся юбилейный концерт. Поэтому перенесли на этот год. Сначала у нас был кружок танцевальный. Потом, когда уже появились номера в коллективе, когда появился уровень, нам сказали, что мы можем найти уже для себя какое-то название. Ребята взяли инициативу в свои руки. Из-за яркой внешности участников и колоритных народных костюмов прозвали себя «Морошечками». Именно с этих креативных танцоров началась легендарная история коллектива «Морошки». Творческий коллектив достаточно известен не только в округе и России, но и за рубежом. Мы ездили в Финляндию, лауреаты первой степени. Это был осенний хоровод Соми, по-моему, назывался так. У нас лауреаты первой степени. Мы ездили в Австрию. У нас уже первое место. Мы были приглашены во Вьетнам от Ненецкого округа. И там тоже давали целую программу, выступали в 4 концертах. У нас даже были свои поклонники. Они ездили за нами на каждый концерт. Мы были в 2019 году в Минске, у нас тоже лауреаты первой степени. Морошки радуют не только иностранцев, но и нашего участливого зрителя. В эту субботу во Дворце культуры «Арктика» пройдет юбилейный концерт артистов. Шоу пройдет в стиле популярной телепередачи «Поле чудес». Будет происходить, как уже сказано, в стиле «Поле чудес». У нас приглашен Леонид Якубович. Также к нам приезжают известные гости, которые решили поздравить этот замечательный коллектив «Морошки». Они, оказывается, являются их истинными поклонниками, причем самыми горячими. Нам сообщили, что они привозят какие-то призы, даже подарки. Свои собственные подарки, да, не с пустыми руками. Главной темой шоу-концерта станут танцы народов мира. Блестящие творческие номера креативных участников найдут свое воплощение на сцене. Танцы народов мира – это то, что несут наши замечательные морошечки. Будут танцы разных стран, разных направлений, будут разные костюмы, разные постановки. Будет очень все ярко, здорово. Концерт пройдет 15 мая в 15 часов. Билеты на шоу юбиляров можно приобрести в кассах Дворца культуры «Арктика». Василий Хатанзийский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».